Итак, последний, третий период встречи между сборными России и Италии. 1-0 впереди итальянцы. Через 17 секунд закончится перерыв официально. Вот итальянцы уже появились. Ну что, надо сказать, что пока, конечно, неважно, где не оставляет игра российской сборной. Команда какой-то медленная, инертная, выглядит не качество. Итальянцы как какую-то сверхзадачу, мне кажется, поставили в этом матче. Задача у них одна. Сыграть очень грамотно, прежде всего, в обороне, как можно меньше пропустить. Но, видите, сумели они даже забросить шайбу. Произошло это на 7-й минуте второго периода, когда Топатич, ну, метров, наверное, 6, очень мощно бросил, так что Зуев никак не смог среагировать на шайбу. Вот так итальянцы повели со счетом 1-0. Были ли моменты у сборной России, чтобы сравнять счет и, может быть, даже выйти вперед? Ну, для того, чтобы сравнять, все-таки, наверное, были. А вот что касается такого внушительного, что ли, преимущества, его пока не ощущается в действиях сборной России. Принесет российской команде заключительный третий период матча. Кстати, завтра наша команда встречается с австрийской сборной. И трансляция этого матча состоится тоже на этом канале. В 22 часа она начнется. Я смотрю, здесь пятерка Быкова начинает третий период у нашей команды, у итальянцев, на льду сейчас пятерка Занатте. Комплой. Стюарт. Бэкап. Неудобно ему было бросать поворотом. В общем, Борисский был неплохо действовал и перехватил шайбу, тут же оценил обстановку, сделал передачу. Только бросок воротом. И опять, вы знаете, своевременно выкатывается из ворот голкипера Бэкап. Дякин. Далев, Комутов, Бороток, шайба вратаря, там все-таки накрывает шайбу Дэвид Дельфин. Очень неплохое впечатление производит голкипер. Мне на составку у нас произошла пятерка. Яшина сейчас вышла на лед. Она попытается что-то придумать около ворот соперника. Петренко. Такой рейд совершил сейчас Орландо. По-моему, один из лучших он сейчас поставит. Ну, может, вот эта контратака удастся. Яшин, шайба, бросок по воротам. Нельзя брать шайбу итальянцу под рукой. Да, и вбрасывание. Да, ну, вы знаете, вот два периода все было нормально. То есть никаких технических, можно сказать, так неудобств я не испытывал. А вот сейчас в гарнитуре, в наушниках слышу, то ли это радиостанция «Маяк» вещает, то ли еще кто. Вы понимаете, что в этой ситуации тяжеловато, в общем-то, работать. Минуту 46 секунд сыграли команды в третьем периоде. 1-0 впереди итальянцы.
Карпов. Вы знаете, бросает все время вперед нашего нападающего, когда он находится в очень такой позиции, когда и скорость нельзя уже набрать, и перед ним маячит обязательно защитники итальянской команды. В общем, сложности возникают, и, наверное, обратили внимание, что за весь матч только три, в общем, по контратаке были у нашей команды. Это во втором периоде Быков вдвоем против одного защитника вышел. Но вот сейчас мог Яшин отличиться или как-то, в общем, по-другому использовать этот момент. Отбирал Вани. Проброс был вбрасыванием. И вбрасывание около ворот Дмитрия Зуева. Ну, работает Борис Михайлов. Вы знаете, я говорил уже о том, что очень много дебютантов в составе сборной России на этом мировом первенстве. Дебютирует и тренер. И вообще команда, можно сказать, сменилась. В каком плане? Новый доктор сейчас, это Евгений Лещев, впервые работает на мировом первенстве с командой. И есть еще один человек, который, ну, наверное, я так думаю, активно помогает, что ли. Это Валерий Павлович Уста, председатель Центра народной медицины. И он, говорят, поставил буквально на ноги защитника Шендалева, который повредил кисть руки. И так по обычным меркам где-то месяц, может быть, отсутствовал бы в составе команды. Ну, не смог бы в этом случае играть. А так за два дня его буквально вылечил Валерий Павлович Устан. Но я все-таки, вы знаете, меня простите, обращаюсь к нашему редактору Александру Козлову. Может, он что-нибудь сделает, потому что такой грохот стоит в наушниках. Работать просто невозможно. Причем эта станция, это наша. То ли «Маяк», то ли станция «Возрождение». Кстати, здесь присутствует корреспондент этой станции Максим Сушкин. Вне игры было вбрасывание. Шайб пока у итальянцев. Проброс. Стюарт. Неплохой защитник в составе итальянской команды. Якин. Нет, шайба не вышла из зоны итальянской сборной. Петренко. Бросок. Нет, шайба попадает в защитника. Вы знаете, не могу пока определить, по-моему, все-таки смена состав идет. Бэкап, бросок. Ну, еще раз можно бросить по воротам. Вот это не скажу, что штурм ворот, но все-таки броски постоянно следуют по воротам итальянцев. Бэкап, передача назад защитнику. Еще один бросок. Бякин. Бросок. Да. Опять удачно играет Дэвид Дельфино.
обсуждение идет на скамейке запасных. Еще раз должно быть вбрасывание в зоне итальянцев. Естественно, все чаще приходится мне смотреть на табло. 4 минуты и 14 секунд сыграли команды в третьем периоде. 1-0 итальянцы выигрывают. Сорокин. Пока никаких изменений все-таки в составе сборной России нет. Ну, можно предполагать, что они появятся где-то во второй половине этого периода, когда действительно надо что-то, кардинальные какие-то надо будет меры предпринимать для того, чтобы спасти этот матч. Пока особых, мне кажется, возможностей у российской команды нет. И шайба у голкипера. Вбрасывание, ну, вдвоем с защитником они все-таки отстояли свои ворота. Причем в последний момент, мне кажется, защитник сообразил, что нельзя площадь ворот накрывать шайбу. Вот самой верхней точке, тут под потолком камера просторов находится. Кстати, принесли интересную довольно информацию о том, что 14 камер задействованы на этом матче. Не только на этом матче, а вообще на мировом первенстве. Показ идет 14 камер, но какие-то используются только для повторов того именного момента. Ну, в общем, это довольно хорошее техническое обеспечение чемпионата. Я уж не говорю о том, что, естественно, появляются различные информации, сколько хоккеист набрал штрафного времени, какая на счету у него заброшенная шайба. Ну и это все, естественно, будет в будущем, поскольку только начинается мировое первенство. Россияне атакуют. Передача, бросок успевает все-таки сделать бросок по воротам Титов. Николишин. Может быть, близко от ворот играют. Еще один бросок в сторону ворот. Может быть, близко от ворот играют сейчас. Нас какие-то почаще надо использовать защитников. Вот видите, как тяжело стало итальянской команде. Только вот сейчас, мне кажется, россияне проснулись. Ну, такую самоотверженность демонстрируют итальянцы. Там и нападающие бросаются под шайбу. Защитники, естественно, ловят ее на себя. Вот сразу видите в этом эпизоде. Два игрока бросились под шайбу. И удачно сыграл опять Дельфина, поймал шайбу в ловушку. Пониже, может быть, стоит бросать в сторону ворот. Там есть возможность тогда и подправить как-то шайбу. Может, она и от своего хоккеиста оказаться в воротах. Пока по-прежнему 1-0. Итальянцы выигрывают. Астраханцев атаковал. Астраханцев на льду у нас. Бутаев и Пушков. Тройка нападающих. Сапожников и Карповцев в обороне. Еще один бросок. Постоянно вот трудно сказать, знаете, сколько бросков все-таки проживал за сборной России вот за эти 6 минут заключительного периода. Больше, наверное, чем за весь, за 40 минут предыдущего времени. Это Пушков. Итальянцы так прижали к своим воротам, но не замечают, что ли, россияне. Защитников почаще необходимо использовать. Кто знает, при такой мощи бросков, может быть, как раз дальний бросок принесет успех нашей команде. Ну, контратака может получиться. Хомутов. Опять чуть-чуть не точно сыграл. Быков. Передача, но сейчас уже напрасно, мне кажется, делал передачу нападающий. Варицкий, бросок к воротам. Вновь шайба у Варицкого. Хорошо коньками владеет, вы знаете, нападающий. Атака итальянцев, это довольно опасная передача, бросок. Зуев, молодец. Последний на момент все-таки дотронулся до шайба, а затем уже был пас рукой, и арбитр показывает, что должно быть вбрасывание. Но вот здесь
опасность возникает, можем увлечься атаками и пропустить острый выпад соперника. Как вот в этом эпизоде было, видите, шайба попала в клюшку Зуева. Ну и тут своевременно, конечно, мешался еще защитник российской команды. Вбрасывание будет по полуворот Андрея Зуева. 7 минут 21 секунда позади. Это уже в третьем периоде. Петренко. Проброс. Очередное вбрасывание около ворот итальянцев. Копатич. Яшин. Ну, задумался неплохо, по-моему, но исполнить было очень тяжело Каминскому перевести игру на противоположный план. Там действительно был партнер. Да, конечно, это отнюдь не самый сильный соперник, но если с тем, что впереди он более тяжелый матч, но может быть исключением команды Австрии, то, конечно, очень-очень будет сложно. Ну, где-то я слышал информацию о том, что россияне поставили задачу войти в занять четвертое место. Ну, вы знаете, это довольно скромно. Бросок! Отнюдь не максималистом. Ну, тренера, наверное, в данном случае. Может, реально оценивает все-таки ситуацию, сложившуюся на данный момент. Титов. Можно играть. От итальянца шайба оказалась в их же зоне. Проброс, сбрасывание. Ну, почти половина периода позади. 9 минут 21 секунду сыграли команды. 1-0 выигрывает сборная Италии. И спокойствие, я смотрю, в общем-то, на скамейке запасных итальянской команды. Карпов, было у него время? Ну, почти не было. Успел развернуться защитник. Ток задерживает шайбу вратарь. На редкость удачно, вы знаете, стоит ни одной ошибки не совершил сегодня в матче Дэвид Тарсино. Вот не случайно такой долгий план, крупный его. Я не знаю, будут получаться после окончания встречи призы лучшим игрокам той и другой команде, но я бы, в общем-то, отдал предпочтение у итальянцев Дэвиду Тарсино. Вот уж воистину не только половина команды, может быть и 75% команды этот голкипер. Сбрасывание еще одно. Большое преимущество российской команды. Но, к сожалению, не так часто все острые моменты возникают. Хотя, конечно, могли уже и сравнять счет, может быть, даже выйти вперед. Бросок. Thank you.
шайба все-таки вышла из зоны сборной России. Ну и мне это было легко это определить, потому что наш комментаторское место находится как раз напротив синей линии сборной России. Забрасывает вторую шайбу. И вы знаете, надежд очень-очень мало. 2-0. Итальянцы выигрывают. Вот так, вы знаете, на контратаке опять поймали нашу команду. Ну, какая, собственно, контратака, как таковой, мне так показалось бы, и не было. Вошел мне в зону, бросил, довольно острый угол был, вот точку бросания, видите, чуть-чуть прокатывается шайба, выстрелился из ворот Зуев, и где-то между щитков у него шайба проскочила. Это произошло на 11 минуте заключительного периода. 2-0, итальянцы выигрывают. Ну вот так, я не знаю, а прости, кто поклонников хоккея, специалистов, чем закончится вот этот матч стартовый. Я не знаю, может, 99 из них сказали бы, что, конечно, россияне выиграют. А вот этот 1%, мне кажется, так и оставался у итальянцев. Вот очередной момент не использовала наша команда. Каминский оставит, отправить надо шайбу было. Бросок, нет, вот бросок поворотом, но как самоотверженно итальянцы действуют. Арбитр останавливает встречу, правильно, кто-то из итальянцев получил после броска нашего хоккеиста. 0-2. Российская команда проигрывает. Ну, в принципе, рано, конечно, метать критические стрелы. Надо подождать, надо посмотреть, как в дальнейшем будет выглядеть сборная России. Хотя, конечно, страшно осложняет себе дорогу в четвертьфинал чемпионата мира. Ведь надо как минимум четвертое место занять в группе, чтобы играть в четвертьфинале. Браток, Титов атаковал. Вновь за него шайба, защитник Фролов. Ну, какая битва перед воротами идет итальянской команды. Еще один бросок. Промах. Удаление будет у итальянской команды. Вверх поднята рука арбитра. Очень много сейчас стало борьбы. Да и я скажу, суматохи много, суеты много в действиях российской команды. Андрей Зуев возвращается на свое место. У итальянцев лед покидает на 2 минуты. 28-й номер Павло. Мартин Павло. Опытный очень хоккеист. Играет за клуб Бальцана. Ему 30 лет. И вбрасывание в зоне итальянской команды. Варицкий, Быков, Хомутов, Шенделев и Пякин. Вот такая пятерка, если сейчас в составе сборной России. 8 минут и 18 секунд осталось играть в этом матче. 2-0. Итальянцы выигрывают. Ждали наше тренер подкрепление команды Нью-Йорк Рейнджерс, которая не попала в Кубок Стэнли, Зубов и Ковалев должны были подъехать. Но менеджер клуба сказал, что важнее для него выступить этим двум хоккеистам за фарм-клуб, который попал в серию плей-офф, ну типа Кубка Стэнли, чем выступать вот на мировом первенстве. Поэтому ни Зубова, ни Ковалева мы не увидели в составе сборной России. Байков. Хомутов. По-моему, не
ними Буцаев играет, да, такую твердую позицию перед воротами занял. Сейчас только вот сместился. Теперь Быков на перетаче перед воротами. Бросок. И опять шайба у защитника теперь уже итальянской команды. Все ловится, ничего не может сделать пока сборная России. Все, 1 минуту и 8 секунд Паулу находиться на скамейке оштрафованных. Ну, едва ли вы знаете, в этой ситуации не последний шанс у нашей команды. Сначала сократить разы счет и как-то, в общем, заставить ровно, что ли, итальянскую команду. Я не думаю, что вот с настроением таким шапкозакидательским, что ли, вышла наша команда на этот матч. Нет, вряд ли вообще это возможно, учитывая вот нынешнюю ситуацию, учитывая состав сборной России. Просто не сложилось, никак не складывается пока игра у россиян. Петренко. Калинский. Не получается бросок и Карповского. Сыграны уже тройка, Каминский, Петренко и Яшин, и весь сезон провели вместе, и тем не менее, вот ошибки при передачах допускают для меня не ошибки, а как несогласованно действуют. Титов. Успевает подставить колеску на статист, и счет становится 2-1 в пользу итальянской команды. Это Каминский переправляет шайбу в ворота. Причем в борьбе с защитником это сделал наш хоккеист. 2-1. Вот прострел вдоль ворот. Но это, мне кажется, даже нацеленная была передача в направлении Каминского. На 15-й минуте сократили разрыв в счете россияне. Но до этого никак не могли пробить вратаря итальянцев Дэвида Дельфино. Вы знаете, последние минуты, чтобы я не видел на площадке Астраханцева, Пушкова. Вы знаете, может быть, тренеры отправили их на скамейку запасных. Сейчас действительно должны только сильнейшие хоккеисты выступать. Ну, вам видно на табло, на экранах на ваших, сколько осталось времени до конца этой встречи. Всего лишь 5 минут и 33 секунды. И вбрасывание около ворот российской команды. Да, мне кажется, Буцаев так окончательно занял место Варицкого в звене. Хомутов, Быков. Вместе с ними он теперь играет. Хомутов, Быков и Буцаев. Вот так выглядит тройка нападающих в нашей команде. Еще раз напомню о том, что завтра сборная России встречается с австрийской командой, и репортаж об этом матче можно будет посмотреть, начиная с 22 часов, тоже по четвертому каналу. Вот хороший выход, почти 1-1, это Пякин стремился в атаке, кстати, один из немногих, кто из защитников, кто активность в атаке просто проявляет. Ну, и, наверное, чувствует, что соперник просто позволяет это сделать. Хомутов. Буцаев. Пякин. Бросок. С каким-то чудом задерживает шайбу Дельфина. Ну, удивительно просто.
Вот Буцаев поднимается. Вы знаете, а усилилась игра Буцаева после одного сезона пребывания в национальной хоккейной лиге. Ну, Корвус очень мощный, с неплохим катанием. Ну и сейчас вот какие-то черты, я бы сказал, уверенности появились у него. Вот эта ситуация возникла в ворот итальянцев. Обратили внимание, сколько было хоккеистов в голубой форме около ворот. Так что защитники наши свободны, надо без сомнения попытаться их использовать. Каминский. Ай-яй-яй. Чуть-чуть, вы знаете, не пропустили такой острый очень выпад итальянской команды. Я уже не помню, говорил я о том или нет, что вратарь, третий вратарь наш Трифилов, он тоже здесь, он, правда, только вчера появился, поэтому сегодня даже нет его среди запасных игроков. Ну, возможно, что он и будет защищать ворота сборной России. Ну, у него, кстати, тоже нет опыта никакого. Он был и на чемпионате мира, на Олимпийских играх, но был дублером у Сталенкова. Петренко. Сорокин. Карпов, Титов и Николишин, это просто нападающих в нашей команде. Надо продолжать игру. Смирнов. Титов. Весь третий период, по сути, проходит в атаках сборной России. Ну вот одна ошибка в обороне, она закончилась взятием ворон. По сути, и моментов-то не было у итальянцев, чтобы увеличить счет. Дэвид Дельфина удачно опять играет. Это забудки за шкипера. Меньше 3 минут до конца встречи. Итальянцы выигрывают 2-1. Я сейчас уже не помню, на каком-то, вот буквально, по-моему, в прошлом году уже на чемпионате мира тоже матчи с Карсом и Теле, с командой Норвегии. Наша сборная тоже проигрывала. Буквально вот на последних минутах сыграла в ничью. Заната. Бейков. Игры там, на левом фланге Хомутов поторопился. Да, окончательно астраханцев, Бушков и Лариски отправились на скамейку запасных. Кстати, нет, по-моему, защитника Сапожникова в составе команды, так что три пары только. Три пятерки полностью сейчас на льду в составе сборной России. Это неудивительно. Ситуация критическая просто в этом матче. Хомутов. Контратака итальянцев. Трофов. Правильную позицию занял вместе со своим защитником Занатта. И Быков. Бякин, неутомимый Бякин. Передача, бросок. Ай-яй-яй, какой момент у Хомутова. Бякин. Еще один прострел. Передача, гол. Хомутов сравнивает счет с ничья. 2-2 за 1:41 до конца матча россияне все-таки сравняли счет. Ну, просто в критической ситуации была команда, проигрывала 0-2. И вы самое главное знаете, и вроде бы
проблеска игры никакого не было. Здесь как-то Быков увидел партнера. Ну, может быть, это не удивительно, поскольку так долго играют вместе. Поэтому, как говорится, на затылке глаза есть у каждого из них. И так чувствуют друг друга, что проблем никаких нет. Ничья 2-2. Сейчас, мне кажется, самое главное, это не увлекаться атакой. Все-таки постараться как-то рассудительно сыграть прежде всего в своей зоне. Не пропустить самое главное шайбу. Сборная России взяла 30-секундный тайм-аут. Я откровенно вам признаюсь, вот не ожидал, что все-таки вот выйдет из этой ситуации наша команда. Ну, время, правда, еще и игры не закончилось, еще 1:41 играть. Но, тем не менее, уже полегче, мне кажется, стало. Ну, естественно, что на завтрашний матч будут учтены все ошибки. Может быть, и какие-то изменения в составе команды произойдут. Я имею в виду внутри звеньев перестановки. Все может быть. Итак, пятерка Яшина на льду. Играет она против пятерки Орландо. И налево можно сделать передачу. Яшин. Бросок, опасный момент, бросок по воротам. Ай-яй-яй, не попадает в ворота Петренко. Ну, момента три было, 100% у Петренко в этой встрече. Ни разу не забросил, и сейчас мог отличиться. Петренко. Каминский. Де-Анджелес. Последняя минута идет матча. 30 секунд осталось играть командам. Но затем же увлекаться нашим еще защитником. Вот тут будет на месте сейчас Шенделев. На своем месте, не надо туда прижимать нападающих к воротам. Еще мог бы бросить по воротам итальянцев. Но так уже осталось совсем мало времени. 10 секунд до финальной сирены. Ну, итальянцы просто довольны исходом этого матча. И также сирена подали первый матч сборной России на мировом первенстве. В Мюнхене она в стартовом матче сыграла в ничью 2-2 с итальянской командой. Каминский и Хомутов забросили у нас две шайбы при счете, когда команда проигрывала 0-2. Вот на этом мы заканчиваем нашу первую трансляцию с мирового первенства. Она была организована в студии спортивных программ. А вел репортаж Евгений Майоров. До новых встреч! Now another fellow player of each team, elected by an international jury of journalists, will be honored by Mr. Gordon Renwick, the Vice President of the IIHF. Die Spieler erhalten einen Ehrenpreis, produziert von der Firma Joska Crystal Bodenmais. The players will be presented honorary prizes of the World Championships made by Joska Crystal Bodenmais Germany. Bester Spieler der Mannschaft Italien, Most Valuable Player of Team Italy, die Nummer 33, David Delfino.
Bester Spieler der Mannschaft aus Russland, Most Valuable Player of Team Russia, der Spieler mit der Nummer 10, Number 10, Sergei Petrenko. Wir bitten Sie nun, sich zu erheben. Es erfolgt nach unentschiedenem Spielausgang nicht eine Nationalhymne, sondern die Hymne der IIHF. Please be so kind and stand up for the anthem of the IIHF.